Всем доброго утра. На большей части России еще утро. Я надеюсь, что связь хорошая. Так. О чем сегодня эфир? Я его назвала просто. Это моя история. История моя необычная, наверное, для человека, который привык работать в найме, который ходит там, на работу по графику обычному, да, пятидневному, либо там какому-то графику 2 на 2, там 3 на 1, я не знаю, по-разному графики есть. Вот. Но я решила в определенный момент вычеркнуть для себя все вот эти графики и построить жизнь немножечко по-другому. Как она строится, наверное, у большинства, это когда вы свои какие-то личные вещи, личные дела расставляете вокруг работы. Ну, то есть у вас график, и вы в свободное от работы время расставляете те дела, которые вам нужно сделать для себя, любимого, любимой. Я решила, что все должно быть на самом деле по-другому. Я поняла, что... Я должна вначале расставить свои личные дела в графике. Ну, вот, например, когда речь идет о будучи мамой первоклассника, первоклассницы, ты понимаешь, что вот должны быть приоритеты семья, и дальше вокруг этого ты расставляешь в свободное время работу. Вот, оказывается, этот сценарий возможен. Многие живут сценарием противоположным и думают, что так нереально. Реально. Ну и я расскажу, в общем, сегодня, как я к этому пришла. Я надеюсь, что запись останется и все будет хорошо. Ну, начну я с того, что пришла я в Фаберлик банально и просто, там промостойка. У нас в Ижевске довольно крупный торговый центр Петровский. Там меня зарегистрировали, выдали каталог, выдали пробник. И дальше передо мной просто оказался личный кабинет. Я не думала, делать или не делать, у меня вообще такого вопроса не стояло. Конечно, делать заказ. То есть передо мной был личный кабинет, я смотрела, что нужно делать, и уже примерно к третьему каталогу по счету я вышла на 50 баллов. Ну, то есть по товарообороту это примерно где-то 5000 рублей. Может, чуть меньше было, у нас разброс довольно большой, то есть от 3500 до 8000. Что такое 50 баллов у нас? Это та минималка, после которой мне позвонил мой наставник. Мы тогда не очень общались, то есть для меня это был совершенно незнакомый человек, который зарегистрировал меня просто в торговом центре. И она говорит мне: «Катя, ты лидер». А я немножечко похихикала, потому что такое лидер? Но для меня это было, знаете, где-то из области политологии. Ну, то есть там Сталин, Де Голль, Рузвельт, да, и я тут. Ну, вообще, какой я лидер? То есть почему это я вдруг стала лидером? Вот, и, ну, я так немножечко посмеялась, ну, и говорю: «Настя, хорошо, окей, что почитать?» Ну, моего наставника зовут Анастасия. Она мне говорит: 10 уроков на салфетках. Все. Все, что нужно было на тот момент от наставника, я получила. Я получила признание, она мне сказала, да, что я лидер, друг как-то. Меня, конечно, это польстило. И получила книгу. Прочитала я ее очень быстро. Буквально вот взяла в руки и отложила только тогда, когда прочитала. И поняла, что, ну, в общем, MLM — это то, что я вот прям влюбилась прям чуть ли не с первого взгляда. Ну, еще одно интересное слово, которое я узнала уже на встрече. Меня пригласила Анастасия на встречу уже с более высоким вышестоящим директором у нас в Ижевске, к Розалии. Она к тому моменту приехала с наградной поездки. И знаете, какое это слово было? Словно букву «У», которое я там услышала. Это слово «успех». Да, вот оно тоже было из какой-то параллельной реальности для меня, да, для чиновника, я тогда работала госслужащим. Вот, и на вопрос, что нужно, чтобы быть успешным, у меня был ответ: нужно иметь какие-то стартовые возможности и блат. Вот так я размышляла в свои 26 лет.
Хотя при этом я не сказать, что была там каким-то забитым человеком, да, у меня на тот момент я закончила золотой медалью, вуз, у меня было 3 диплома, то есть 2 из них красные, там 4 в декрете, вот, и что еще? Я, естественно, успела и поездить, будучи в студенчестве, по разным олимпиадам, конференциям. Я работала 2 раза, мы выезжали за границу работать, сами даже 1 раз организовывали полностью, да, группу, поездку. И успела также поработать в 2 местах. Первое — это была международные студенческие программы, но там мне не понравилось работать на хозяина, да, то есть там конкретно сидишь с хозяином, и он там контролирует, что ты делаешь. Вот, и следующее место работы, я уже попала по знакомству, стала я специалистом администрации Первомайского района. Ну, и можно сказать, что там началась уже моя карьера, я там подставила лесенку и начала ползти вверх, там потом стал ведущий специалист, эксперт. Ну и там я, можно сказать, материала, потому что у нас есть район Болото, ну, он не самый благополучный считается, там деревяшки, частный сектор, вот я его знала вдоль и наперёк, где какой алкаш живет, да, знала, где там живут цыгане, не понаслышке, где какая собака на какой улице, и, в общем, перцовый баллончик у меня всегда-всегда был в сумочке. Это я сейчас его не ношу, а тогда у меня перцовый баллончик истекал срок годности, не пригождался, муж мне покупал новый, я его снова в сумочку складывала. Страшненько было, что он где-нибудь сработает. Ну, в общем, воспоминания такое есть. А дальше случился декрет, все как обычно. И вот в декрете у меня уже было реально время подумать, поразмышлять, что делать дальше. Четко понимала, что никакие банальные сценарии мне не интересны. То есть вот уже в тот момент созрела мысль, что давай-ка как-то по-другому все это сделаем. Не так, как у людей большинства. Но я четко понимала, что мне нужно, чтобы было легально, чтобы было надежно, и чтобы вот не стыдно было, да, заниматься этим делом. Вот, и что я подумала? Подумала, что чиновником, наверное, быть я уже точно не хочу. Нет, это не та стена, к которой я подставила лесенку. Вот, ну и четко понимала, что если я, ну, то есть внизу денег нет, там реально нищета, что, кто бы что ни думал, кто бы что ни говорил, там нет денег. А если хочешь там где-то выслужиться, то, в общем, как там правильно осваивать денежные средства, мне знать, собственно, не хотелось. Ну, не хотелось в это лезть. Вот, есть такая фраза: честного чиновника можно узнать по глазам, голодным и грустным. Вот такая вот вроде шутка, но на самом деле это не шутка. Доля правды в этом есть. И поэтому я искала свободу действий. И, естественно, каталоги, заказы, открытие пунктов выдачи. Меня это все очень затянуло. Вот это будучи в декрете, получается, я получила пункт выдачи уже. У меня было время на то, чтобы развиться, на то, чтобы попробовать себя в этом. Росла я не быстро, примерно по 1000 баллов в год. Но уже где-то на 2-й год я поняла, что мой доход превышает, собственно, то, что я зарабатывала на прежнем месте работы. Если я, естественно, еще и отдам ребенка в сад, там, да, то есть она еще будет полностью в саду, то оказывается, можно еще больше доход выйти. И вопрос, да, такой у меня был: а хочу ли я быть директором? Да. Хочу ли я быть директором? На самом деле, знаете, нет, не хотела. Я знала точно, что я стану директором. Да, у меня вообще не было никаких сомнений. Я четко понимала, что я хуже других. Я совсем не хуже других. Я видела действия, которые делают директор, да, директора. Я видела, что это обычные люди совершенно, да, уже находясь в их обществе. Конечно, я смогу, дело времени. И я себе дала это время.
И, надо сказать, в моем росте сыграл, наверное, роль несколько факторов. 2019 год шел, и мы поехали впервые на форум компании. Это к тому, что мероприятие действительно штука очень нужная, она играет большую роль. Я смотрела несколько раз ассамблеи директоров онлайн, но не была директором, на тот момент пускали только директоров. И попав на форум, для меня, конечно, это было просто какое-то событие невероятное. И когда на сцене говорили о том, что для новых директоров дополнительно выплатят 100 тысяч рублей, я не просто обрадовалась, я реально чуть не ревела, потому что я четко понимала, что я воспользуюсь этой акцией, и воспользовалась, естественно, я открыла директора и получила дополнительно вот эти 100 тысяч рублей. Дальше, конечно, вопрос стоял уже в другом. В закрытии статуса директора. То есть у нас не просто нужно открыть, да, статус, нужно его удержать и удерживать каждый каталог, чтобы деньги были. Да, деньги нужны были, естественно. В 2020 году, по итогам 2020, я, естественно, 100 тысяч получила в 2020, я решила сравнить свой доход и доход, который получал мой начальник отдела, которого я, конечно, безмерно уважала, несмотря на строгость, да, но мне стало любопытно. Все эти данные открыты, то есть вы можете заглянуть на сайт и посмотреть вообще доход любого чиновника. Это все реально. И я зашла и поняла, что даже не закрыв статус директора, я получала уже больше, чем мой наставник, начальник по прежнему месту работы. То есть можно было, получается, всю жизнь идти там по ступенькам карьеры, дослужиться до начальника и в итоге получать даже меньше, чем директор, не состоявшийся еще, не закрытый директор в Faberlic. Вот, ну, в общем, это еще раз предсказало мои дальнейшие действия. И в 2021 году я уже просто даже не стала сверять эти данные, потому что там сумма уже была вдвое практически выше. Что случилось в 2020 году, что наконец я смогла закрыть статус директора благополучно? Это был тренинг, как ни странно, да, поэтому еще раз, это мероприятие, да, первое сказала, что мероприятие — это очень важно, и второе — это обучение. То есть вот я уже как бы 2-3 года обучалась, и тем не менее с каждым обучением, с каждым тренингом, который мы проходим, ты все равно становишься сильнее, в голове появляются новые связи нейронные, да, и они, в общем-то, и дают возможность нам продвигаться дальше. Итак, в 2020 году я еду практически целые сутки, день, да, получается, утром выехала, вечером приехала в город Челябинской области. Ну, туда поезда не ездили, поэтому я ехала туда с пересадками на маршрутках. И там я прохожу тренинг Евгении Демидовой «5 законов функциональности», в котором мы в который раз учимся ставить цели, все банально, все до боли известно. И я загадываю... Да, кстати, я хотела сказать, что на момент, когда я пришла в Faberlic, у меня никакого бедственного положения не было. Мы тогда как раз только-только въехали в новую квартиру, свою, пусть однокомнатную, но вот не было состояния выживания, да, то есть у меня было состояние поиска. У меня довольно широкую базу я себе открыла, 3 дипломами, да, то есть куда хочешь, туда иди. Вопрос стоял, куда, да, потому что не хотелось никаких банальностей. И вот в 2020 году я ставлю новую цель. Я хочу новую 3-комнатную квартиру в конкретном жилом комплексе. То есть уже там был старт продаж, мы уже влюбились в идею этого жилого комплекса. И квартиры там стоили, несмотря на то, что это уже пригород считается, квартиры стоили дороже, чем в целом в городе. Но идея прям захватила. И я ставлю целью. В этом тренинге мы ставили цели, что новый 2022 год я встречаю в новой
квартире, именно в данном жилом комплексе. Естественно, я видела уже сроки сдачи, там был где-то, знаете, там первый квартал 22 года сдачи. И меня прям во время тренинга все убеждали, что это нереально, что не сдаются квартиры заранее так, в принципе, невозможно. Притом, тем более, еще нужно было ремонт сделать в этой квартире. И тренинг пройден, мы едем домой, и дальше происходят чудеса. Ну, по-другому не назовешь, потому что так начинают события складываться одни за другим, что, ну, в общем, это назовем это либо сказка какая-то, либо волшебство тренингов, да, ну, это работа с подсознанием, на самом деле, глубокая. И в октябре, тренинг был в августе, в октябре я подтверждаю статус директора, я уже не падаю, у меня в кошельке есть 100% плюс 30 тысяч дополнительно к тому, что мы зарабатывали раньше, и я могу себе позволить, да, взять ипотеку новую, да, то есть взять эту квартиру. Было на самом деле и препятствие, то есть был в какой-то момент такое чувство, что все, наверное, не в этот раз. Ну, благополучно каждый раз все решается, и получается, что уже в конце октября мы оформляем квартиру, заключаем договор. И именно на те две квартиры, квартиры мечты, там с мастер-спальня, да, с балконом, именно в спальне, с большой студией, большой зал, кухня-гостиная, да, все как я хотела, на пятом этаже, то есть там никакой ни первый, ни последний, и именно сдающиеся намного раньше, чем там первый квартал 22 года. Вот, в октябре, получается, через год, уже в августе 21 года мы получаем ключи и начинаем ремонт. В 21 году я статус не теряла, я открывала уже старшего директора, то есть там все шло на рост, и у нас даже удалось подкопить на ремонт. Вот, что я хочу сказать. Новый 22 год мы не успели переехать, правда. Но ремонт был практически сделан. И елку мы поставили в новой квартире. Да, бой курантов был старый, но предварительно мы приехали здесь, все прочувствовали, да, что все, мечта исполнилась, цель осуществилась. И уже в январе, то есть чуть-чуть там не получилось по срокам, в январе, уже 18 января, мы переехали. Вот, давайте теперь по выводам. Благодаря Faberlic мы купили эту квартиру, да, во многом, потому что сложились так обстоятельства, я открыла директорство, у меня появился, да, вот этот доход необходимый для того, чтобы держать статус, для того, чтобы выплачивать ипотеку и так далее, да, не маленькую, эта сумма была, эта сумма, ну, значительно выше, чем вот эта моя первая ипотека была тогда по однушке. Вот, что помогло, да, это умение, конечно же, ставить цели, это секрет успеха, да, и каждый день находить энергию для достижения данной цели. Ну и, конечно же, ответственность, да, давайте вернусь я к тому, о чем я начала говорить, когда бросать работу свою по найму или нет, как уйти в это плавание, да, неважно, чем вы хотите заниматься. Уйти в свободное плавание человеку, который сейчас, в данный момент, находится в найме, очень сложно. Вообще поменять, в принципе, вот этот сценарий о том, что мне надо работать, я должен работать в найме, иначе я не смогу себя прокормить, иначе у меня не будет возможности зарабатывать, я буду сидеть без денег. Нет, вот сейчас у меня твердо сидит сознание. Сейчас, вот знаете, сидим мы часто вот в интернете, все равно листаем ленту, и так или иначе, там в ленте где-то мелькает информация. Там я сейчас остался без работы, я не знаю, там и так далее. Если у тебя есть две руки, есть две ноги, если у тебя есть голова, и там есть мозг,
уйти и просто не зарабатывать, да, не найти себе нишу, ну, я не знаю, это надо быть просто тупо лентяем. Лентяем, надо себе это признать. Когда мы уходим из найма, у нас появляется ответственность, личная ответственность. Когда мы в найме, мы сидим и думаем, что во всех наших бедах виновата низкая зарплата. Когда мы уходим с найма, самое сложное, что нужно принять, это нужно принять то, что сейчас только ты ответственен за то, сколько ты зарабатываешь. Вот если сейчас мне на что-то не хватает, я четко себе отдаю отчет в том, что я просто где-то недоработала. Я сама где-то не заработала. Если я хочу больше, я знаю, что нужно делать. Я знаю, какими инструментами здесь, вот конкретно в Faberlic, я могу воспользоваться для того, чтобы заработать ту сумму, которая мне нужна. Все. Дальше я работаю со своей головой и со своей энергией. И со своими целями, естественно. Вот такой небольшой рассказ у меня получился в этот раз. Я всем желаю хорошего, бодрого дня. Но я не заканчиваю свой рассказ на самом деле. Уже через неделю я приглашаю вас на другую встречу. В этой встрече мы уже поговорим о том, что конкретно я делала для того, чтобы стать директором. То есть недостаточно было, естественно, посетить одно мероприятие и посетить один тренинг. Да, многие думают, что, наверное, чтобы быть директором, надо мне там унизиться до состояния червя и предлагать там людям продукцию, которая им не нужна. Да, наверное, так многие себе думают и представляют. На самом деле все немножечко по-другому было. Поэтому что нужно делать пошагово? Какие действия я делала? Я вас приглашаю на следующий четверг в это же самое время и расскажу, какие действия меня привели к тем результатам, которые сейчас я получила. Кстати, в завершение я скажу, что своим вот таким вот мышлением я заразила мужа. И в июле этого года он уволился тоже с найма с должности начальника отдела, поняв, что, к сожалению, это потолок, и дальше расти некуда. И сейчас он тоже фрилансер. Он мне тоже помогает и ищет себя тоже в других направлениях деятельности, в том числе в таргетированной рекламе, в таргете, в трафик-менеджменте, да, сейчас довольно новое направление. Поэтому все реально, все осуществимо.